Все солисты возрастной категории 7-8 лет. Все номинации солисты категории 7-8 лет бегом к нам на сцену. Церемонию награждения проводят заведующий эстрадно-джазовым отделением Московского государственного института имени Шолохова, член Итальянской академии искусств Прима Малатеса, почетный профессор Веронской государственной консерватории Виктор Забияка, город Москва, а также певица, доцент кафедры эстрадного вокала Института современного искусства, солистка акапелла группы Cool & Jazzy Наталья Афанасьева, Москва. Ну что ж, аплодисменты-то у нас готовы, я надеюсь. Отлично. Поехали. Участник фестиваля Александра Батоврина, город Балашиха, эстрада на русском языке. Участник фестиваля Мария Громницкая, город Балашиха, эстрадная песня на русском языке. Участник фестиваля Виктория Ковизина, город Серпухов, эстрада на русском языке. Участник фестиваля Стефания Кудактина, город Балашиха, песня композитора Анны Петряшевой. Участник фестиваля Вероника Обрежник, город Серпухов, эстрадная песня на русском языке. Дипломант третьей степени Кристина Вильянд, город Долгопрудный, эстрадная песня на иностранном языке. Дипломант третьей степени Елизавета Гусева, Балашиха, ретро-песня. Дипломант третьей степени София Данилова, Балашиха, эстрада на русском языке. Дипломант третьей степени Игорь Кузнецов, Москва, песни из кинофильма. Аплодисменты при этом не должны смолкать, друзья мои. Дипломант третьей степени Илья Степаненко, Краснознаменск, эстрада на русском языке. Дипломант второй степени Виктория Богомякова, город Домодедово, номинация «Академический вокал». Дипломант второй степени Кристина Вильянд, город Москва, эстрадная песня на русском языке. Дипломант второй степени Мария Громницкая, Балашиха, эстрада на русском языке. Дипломант второй степени Анна Гущина, Балашиха, эстрада на русском языке. Дипломант второй степени Анна Гущина, песня композитора Анны Петряшевой. Дипломант второй степени Милана Дубровская, город Москва, песня композитора Александра Ермолова. Дипломант второй степени Елизавета Карбачинская, город Балашиха, эстрада на русском языке. Дипломант второй степени Елизавета Карбачинская, она же эстрада на русском языке. Дипломант второй степени Елизавета Кривцун, город Москва, песня композитора Александра Ермолова. Дипломант второй степени Стефания Кудактина, город Балашиха, песня о России или о родном крае. Дипломант второй степени Игорь Кузнецов, город Москва, эстрадная песня на русском языке. Дипломант второй степени Диана Ленок, город Домодедово, песня композитора Анны Петряшевой. Дипломант второй степени Софья Старикова, город Йошкар-Ола, Мариэл, эстрадная песня на русском языке. Дипломант второй степени Надежда Торова, город Люберцы, песня композитора Александра Ермолова. Дипломант второй степени Софии Чиквина, город Долгопрудный, эстрадная песня на русском языке. Дипломант второй степени Екатерина Яровая, город Москва, песня из кинофильма. Дипломант первой степени Иванна Гайдар, город Пушкина, эстрадная песня на русском языке. Дипломант первой степени Полина Гомозова, город Домодедово, номинация ретро-песня. Дипломант первой степени Вероника Гончарова, город Москва, джазовый вокал. Дипломант первой степени Анисия Горелецкая, Балашиха, эстрадная песня на русском языке. Дипломант первой степени Мария Громницкая, Балашиха, эстрадная песня на иностранном языке. Дипломант первой степени Елизавета Гусева, Балашиха, эстрадная песня на русском языке. Дипломант первой степени София Данилова, город Балашиха, песня Анны Петряшевой. Дипломант первой степени Екатерина Егорова, Москва, песня из кинофильма. Дипломант первой степени Александра Жирнова, город Воскресенск, джазовый вокал. А чего я один работаю? Где аплодисменты, друзья мои? Молодцы! Дипломант первой степени Алена Квинт, город Химки, эстрадная песня на русском языке. Дипломант первой степени Арина Кузнецова, город Москва, эстрадная песня на иностранном языке. Дипломант первой степени Арина Кузнецова, Москва, песня из кинофильма. Дипломант первой степени Антонина Лисицына, город Долгопрудный, эстрадная песня на иностранном языке. Дипломант первой степени Арина Ломова, город Москва, эстрадная песня на русском языке. Дипломант первой степени Амина Нуриева, город Москва, номинация «Академический вокал». Дипломант первой степени Александра Савенкова, город Высоковск, песня композитора Александра Ермолова.
Дипломат первой степени Милена Симашина, поселок Белоозерский, эстрадная песня на русском языке. Дипломат первой степени Елизавета Смагина, поселок Белоозерский, песня Александра Ермолова. Дипломат первой степени Дарья Стефанова, город Химки, эстрадная песня на русском языке. Дипломат первой степени Ярославна Уилан, город Москва, номинация «Актерская песня», она же Ярославна Ульян. Дипломат первой степени, город Москва, национальная эстрада, она же. Дипломант первой степени Влада Хнурина, город Люберцы, эстрады на русском языке. Дипломант первой степени Екатерина Яровая, город Москва, эстрадная песня на русском языке.